Пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр Турина Татьяна Татьмянина, Максим Маринин. Показательные выступления сильнейших российских фигуристов продолжаются. И на льду олимпийские чемпионы Турина, неоднократные чемпионы мира Татьяна Татьмянина, Максим Маринин. Я хочу напомнить о том, что с 1964 года отечественные пары выигрывали все олимпийские игры. И здесь очень важна преемственность поколений. Ведь Татьмянина и Маринин тренируются у Олега Васильева, который сам в свое время был олимпийским чемпионом под руководством Тамары Николаевны Москвиной. Олег Васильев вместе с Еленой Валовой в 1984 году выиграл Олимпийские игры в Сараево. И вот теперь Васильев стал тренером и подготовил олимпийских чемпионов Турина. Серия очень эффектных поддержек продемонстрирована нашими фигуристами. Это их сильная сторона. Одна из сильных сторон. Вообще пара практически без слабых мест. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, олимпийские чемпионы. Максим, Татьяна, ну вы, если не идеальная пара, то близки к этому. Скажите, пожалуйста, ребят, в чем залог идеального катания в паре? Это бережное отношение и полное доверие на льду друг к другу. Замечательно. Посмотрим, насколько близкими к идеалу ваши новые пары. Пришло время представить звездных партнеров Максима и Татьяны. На лед выходит ведущий Первого канала Алексей Пиманов. Встречаем! И встает в пару с Татьяной Татьмяниной. А в пару Максиму Маринину на этот лед выходит заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева!